Водопад – это место, где река падает вниз. Подушка – похожа на зашитый со всех сторон мешок, набитый пухом или перьями. Бабочка – одно из красивейших насекомых. Дерево – это самое высокое растение. Дом – это здание, в котором живут люди. Машинка – это средство передвижения. Цветок – это одно из самых прекрасных созданий природы.